Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы разбираем, как переименовать папку, файл или группу файлов. Начнем с папки. Для того, чтобы переименовать папку, нажимаем правой кнопкой мыши и в диалоговом окне выбираем команду «Переименовать». Далее вводим необходимое нам название. Например, «Фотографии». Нажимаем Enter. Тем самым папка переименована. Для того, чтобы переименовать файл, нажимаем на файле правой кнопкой мыши. В диалоговом окне выбираем команду «Переименовать». Вводим необходимое нам название. Ремонт принтеров, например. Тем самым получаем для файла необходимое нам название. Для того, чтобы переименовать группу файлов, необходимо выделить группу файлов, выделить группу файлов можно командой Ctrl-A, щелкаем правой кнопкой мыши на группе выделенных файлов, в диалоговом окне выбираем команду переименовать и вводим необходимое название. Допустим, это фотография авто. Нажимаем Enter. И файлы приобретают название авто 1, авто 2, авто 3 и так далее. Что касаемо переименования файлов с разными расширениями, то данная функция тоже годится. То есть, допустим, если будет расширение JPEG, а следующий файл будет с расширением PNG. Выделив эти два файла с разными расширениями, вы также можете переименовать группу из двух файлов. С вами был сайт abisap.com. Никитин Владислав. Всего доброго!